Мумию в лыжных ботинках и со вставной челюстью нашли у садоводства «Фрунзенец» недалеко от Петербурга. Покойник был одет в спортивный костюм с красными надписями, кофту и кепку с козырьком. Есть предположение, что обнаруженный мужчина – 80-летний пенсионер, который в марте этого года отправился кататься на лыжах. Вот только спортивный инвентарь рядом с мумифицированным телом не обнаружен.